Ладно, эта машина была очень хорошей, и мне прям обидно с ней прощаться, но, возможно, не зря. Да, очень зря. Серьезно, как я на этом драндулете собираюсь выигрывать? Ай, меня зовут Поззи. Сегодня мы вместе с вами поиграем в Crossout. Битва рандома. Ваша любимая рубрика. Чтобы поиграть вместе со мной в Crossout, скачивайте его по ссылочке в описании и получайте крутые бонусы при старте. Зацените мою точилу. Это просто трехколесный автомобиль с пулеметами. Пули непробиваемый. Давай на этой тачке мы с тобой сыграем один бой и посмотрим, получится ли у нас затащить. Ну что ж, ребята, поехали в точку С, попытаемся ее захватить. У нас там уже происходит захват. Вот, смотрите-ка, 1/4 мы базы захватили. Оу, щит! Сколько их здесь, ребят? Кажется, они меня сейчас очень быстро разнесут. Братан, сматывайся! Вы даже не знаете, что я только что видел там. Так, ребят, я думаю, вот так лучше стрелять из-за угла. Так будет намного безопаснее. Оу, сейчас по очереди будем выносить. Черт, меня с ракеты подорвали. Блин, у меня нет больше пушек. Ладно, я могу подпирать. О, подорвали. Молодцы, красавчики. Ребят, используйте меня как пушечное мясо, потому что сейчас я взорвусь, ребят. Я взорвусь. Я взрываюсь, чуваки. Я просто взрываюсь. О май гад. Меняем с вами машину. Какая тачка у нас будет на этот раз? Дайте мне хорошую машину, пожалуйста. О! О-о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 -
но мы с вами можем попробовать кого-нибудь подорвать издалека. Давайте мы вместе со всем конвоем поедем, да, чтобы прям толпой ворваться. Смотри-ка, мы едем вчетвером сюда. Ребят, чего вы там кругами гоняете? Оу май гад. Так, ладно, вот там кто-то вдалеке есть. О, нормально, нормально его продамажил. Не, нормально. О, на, так, это свой. Он там с дронами перемещается. Ребят, я буду стрелять вон туда. Опять немного продамажил. Может быть, пару слоев я снял какой-нибудь брони. Вот так, ребят, просто вдаль стреляем. Нормально. Слушай, эта тачка прям для дальников. Надеюсь, у меня получится. Надеюсь, получится спасти нашего братишку. Получилось. Враг повержен. Так, дронов, дронов, дронов снимаем. Давай, назад, назад, назад. Друг, отступаем. Черт. Здесь тачка какая-то вблизи. Я ее подорву. Нет, я ее уже не подорву. Блин, я уже ничего сделать не могу. Они меня огнеметом тут сейчас поджаривают. Я, походу, остался один. Нет, я не один. А где все, блин? Ладно, эта машина была очень хорошей, и мне прям обидно с ней прощаться. Но, возможно, не зря. Да, очень зря. Серьезно, как я на этом драндулете собираюсь выигрывать? Видимо, сейчас я наступлю на те же грабли. О май гад, что это такое? Ребят, просто объясните. Турбины? Офигеть. Так я, получается, турбированный. Чуваки, я их сзади объехал. Так, 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 так. Не есть хорошо, не есть хорошо. Так, используем турбины. А, блин. На, опять у того же камня. Вы серьезно? Давай, давай. На, черт, идите вы в баню, а. У меня есть подрывашка. Прошлый мой бой продлился буквально несколько секунд. И мне безумно обидно, ребята. Вот тут кто-то едет, да? Братишка, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ой-ой-ой. Ух ты, блинский. Так. Да! Подорвал его. Нормально, нормально, нормально. Давай. А, щит. Так, ребят, на разворот. О, все, я его обезоружил. Правда, я горю. Друг, ты от меня тут уже не уедешь. Ты должен это понимать. Ну все, тебе конец, дружище. Он уже и без колес. Спасибо, друг. Так, я тут немного поджарился. Мой задок пригорает. Так, главное сейчас не подорваться. Нет, 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 нет. Фух, все хорошо. Победа! Вот за что мне нравится Crossout, так за это. Внезапный спавн крутой тачки. Эту тачку никто не смог пробить. Я еще раз на ней сыграю. Еще один бой. Надеюсь, и в этот раз меня эта тачка не подведет. О, да, ребят. Вот с этим вот чуваком лучше вместе держаться. Смотри, он просто как саранча. Вау, он перемещается на 180 градусов. Так, ребята. Нет, не есть хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Спасите. Фух, поддержка огнем. Пожалуй, я уеду с центра. О, щит! Нет! Да, ёлки-палки! Вот как выбираться из таких ситуаций? Объясните мне, пожалуйста. Ладно, второй раз не прикатило на этой тачке. Следующая у нас машина... Ребят, это просто лайкосик. Лайкосик под этим видосиком. 20 тысяч лайков и возможно, эта машина окажется у тебя под подушкой. Я тебе даже посочувствую. Так, ребята, у меня есть ракеты. Также я могу становиться невидимым. Так, я думаю, что сейчас я аккуратненько поеду в объезд. Все, я становлюсь невидимым. Там нас кто-то пытается объехать. Видели это, да? Он где-то здесь. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, дружище. Он был где-то здесь. Я его видел. А, вот он. Давай, 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 давай. Я ему жопу хорошо поджарил. В объезд. Пау! Враг повержен. Уничтожение, ребят. Так, сейчас у меня невидимость перезаряется.
Я буду под невидимочкой. Опа. Все, ребят, под водой. Под... Что? Даже не знаю, читалось ли это поражением или нет. Давай еще раз сыграем с этой машиной. Сейчас я побуду немножечко Джеймс Бондом. Будем работать по стелсу. Все, поехали. Опа. Все, я невидимый, я невидимый. Боу-щит! Я подлетел на нем, вы видели это? А, что происходит? Должна же быть машина, на которой я смогу продержаться всю игру, не погибнув. Ого, вот это интересно. Мощная пушечка. Так, 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 ребят, тут главное просто ждать издалека. Сейчас они сами поедут сюда. Все, ребят, стоим с вами на мостике. О, вон там кто-то. Опа, выстрелю туда, может попаду по кому-нибудь? Не, вряд ли. Окей, ребят, нужно брать немного ниже. О, какой же обстрел здесь происходит. Капец. Давайте я попытаюсь выглянуть на секундочку. Давай, 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 давай. Попал. Кажется, они просекли, где я нахожусь, потому что сюда кидается огонь. О, поддержка огнем. Спасибо вам, спасибо. Так, ребят, идем дальше разносить. Полюбасу кто-нибудь снизу. Ага. Вот-вот-вот-вот-вот, смотри. Опа. Да, почти добил. Упс. Он чем-то целился только что в меня. Поддержка огнем. Уничтожена. Вон там еще один есть, кажись. Там снизу под мостиком кто-то спрятался. Остался всего лишь последний. Давай! Опа! Раз попал. Давай, давай, давай! Опа! Второй раз попал. Ха-ха! Ребят, всех поддержал. Победа — это очень хорошо. Давай еще раз сыграем. Так, ребят, придерживаемся такой же тактики. Просто держимся как можно дальше. Тут должны быть какие-то выигрышные позиции. Вот наверняка сейчас кто-нибудь сверху полетит на нас. Нет? О-о-о-о-о! Там и слева, и справа, отовсюду вообще. Я смотрю на карту, у меня глаза разбегаются. Так, ребят, центр. Что за? Что он здесь делает? Почему его еще никто не подорвал? Ты откуда вообще выпрыгнул, а? Ребят, сдаю назад, сдаю назад. Давай еще раз. Да, уничтожил. Но ладно, в принципе, неплохо. Просто таргетим его на максимум. Он двух разнес. Как? О, все, враг повержен. Так, уничтожил. Вот там еще спереди двое. Пау! Попадание, видали, да, какое красивое? Так, ребят, сместимся немного. О-о-о-о-о! Щит, тут какой-то огромный Халк. А, нет, уже нет, ребят, это была шутка. Забейте, это не Халк, это, скорее всего, какое-то тамагочи. На своем маленьком скалопендрике гоняет. Бау! Еще одна поддержка. Нормально мы их разнесли. По сути, остался всего лишь последний враг. Просто так же огромной ордой на него врываемся. Он там, видимо, где-то вдалеке. Ну все, ему кранты, чуваки. Я даже не успею до тут доехать. Ему точно сейчас будет конец. О, да, ребятки, все, он уже тут горит. Вот это было красиво. Вот это, я понимаю, настоящая победа. Одного, второго, третьего, четвертого. Ладно, значит, настало время сменить машину. Боевого киборга меняем. Эта машина мне напоминает тачку из Звездных войн. Какой-то марсоход. Обклейка у него, конечно, топовая. Так, что я умею? О, я каким-то лазером стреляю. Выбираем с вами большое скопление тиммейтов и двигаем в ту сторону. Потому что меня поодиночке очень быстро снесут с одной пульки, скорее всего. 623 хп, серьезно. 623 брони. О-о-о-о-о! Да-да-да-да-да, ребят. Вот то, что нужно. О, отлично. Вот так вот издалека стреляем. Нет-н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 ет
меня раздавил, как букашку. Марсоход не прокатил. О, маршрутка. Если я на такой тачке выиграю, то, ребят, я буду называть себя мастером. Давай, давай, давай. На опережение. О, перезарядочка. О, все, ну сейчас будет поддержка огнем, чуваки. Они его завалили. Так, мы с вами с позиции под мостом сейчас находимся. Скажу вам, что это не самое лучшее место. О, видели, там кто-то проехал? Как вы думаете, где все? А, ну они с точки Б, конечно же. Так, ребят, еду не быстро, не торопясь. Потому что сейчас они нас встретят здесь все вообще. Оу, май гад! Так, 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 ребята. О-о-о! Нет! Нет, 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 нет! Стараюсь уехать. Чуваки, моя пушка была сломана, я подорвался. На что я вообще рассчитывал на этой машине? Оу, щищ. Если я проиграю на этой машине, этот видос завершится. Потому что на такой тачке невозможно проиграть. Оу, как же на ней неудобно поворачиваться. А если я нажму shift? Фейерверки выпустил. Да, это очень полезное оружие. Фейерверк, конечно же. Так, ребята. Надеюсь, что это единственная точка, с которой нас могут объехать. Поднимаемся вот сюда. Опа, приближается ракета, конечно. О, нет, 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 газуй, 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 что ж ты такой медленный? Как хорошо, что я супер бронированный. Настолько бронированных вы никогда не видели. Оу, щит, сколько их там? О, попал! Нет, 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 только не ракеты.
Нет, ребят, я спускаюсь вниз. Фейерверк! Я выпустил фейерверк. Не трогайте человека, который выпускает фейерверки, а? Это очень плохо. Так, там, кажется, мы его сейчас загасят. Попал! Поддержка огнем. Отлично, я ему хоть немного, но помог. Братишка, надеюсь, ты сам там с дронами справишься. Мы втроем против двоих. 500! О, да, ребята. Бу! Блин, как проломить его щит? Ребят, я до последнего сражаюсь. А! Промазал. Сейчас я сделаю выстрел, и тебе конец! Блин! Походу, меня сейчас подорвут эти дроны. Сними их с меня! А, как же мало у меня здоровья. Да, еще минус 700. Ребят, он обездвижен. Я тебя просто сейчас уничтожу. Да, ребят, победа. Я на секунду подумал, что, скорее всего, нас этот чувак сейчас подорвет. Потому что один у нас тиммейт был обездвижен, другой за ним гонялся, но он был очень слабым. И я танк, который вот-вот взорвется. Но мы с вами выиграли. Ребят, если вы хотите поиграть в Crossout прямо сейчас, скачивайте его по ссылочке в описании, получайте крутые бонусы. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки и увидимся с вами в следующих видео. Адьос.